Здравствуйте! Здесь, в Таврическом саду, мы записываем сейчас второй сюжет нашего проекта ⁇ Мост в Крым ⁇ Это проект совместный журнала учета вечных ценностей Адреса Петербурга, вот он, и городского интерактивного сайта ⁇ Город Плюс ⁇ которому, собственно, и принадлежит вот эта замечательная студия. У этого сюжета есть еще вторая функция. Дело в том, что, а, а, что я должен делать сообщение на международном молодежном форуме Медиастарт, который начинается вот как раз сегодня, 25 мая. И сделать это сообщение лично я никак не могу, потому что уже вот в то время, когда вы этот сюжет смотрите, нахожусь по дороге а, в а, Симферополь для того, чтобы готовить а, наши акции, мероприятия в рамках а, большой крымской экспедиции нашего журнала, да, у которой теперь появился и партнер город плюс. Вот и а, в рамках а, Дней Санкт-Петербурга в Крыму. В этом году наша большая крымская экспедиция посвящена Александру Грину и роману Фиерии и Паруса. В а, программе Дней Петербурга в Крыму наше гриновское чаепитие в Петербургской книжной лавке писателей в Симферополе намечено на а, 2 июня, причем начало мероприятия, скажем так, официальная часть, на 16 часов, да, а на 17 часов, то есть классический 5 o'clock, само чаепитие. А на следующий день, 3 июня, члены официальной делегации Санкт-Петербурга и вообще все сочувствующие да, будут приглашены в доме Грина в Старом Крыму чтобы выпить чаю уже там, там, где, собственно, Александр Грин его и пил, чтобы пройти по знаменитой Гриновской тропе от города Старый Крым до Коктебеля, куда Грин ходил в гости к Волошину, и чтобы посетить в Старом Крыму могилу Александра Грина с замечательным памятником таким, такой статуей, бегущей по волнам.